Всем привет! Приветствую вас на канале ТВ Распаковки. Сегодня поговорим о тюнере Suntec Integral S1432HG Combo. Эта модель дополняет известную модель SAT Integral в Rocket, но уже добавлена функция T2. Объем памяти в этом ресивере расширен до 128 МБ, это в 8 раз больше, чем в обычной спутниковой модели. Так что это сильно расширяет возможности этого ресивера, так как памяти очень-очень много. В этом тюнере стоит очень мощный процессор, который поддерживает кодек H265. Также он поддерживает Bluetooth, можно подключать Bluetooth наушники и слушать видео и фильмы, и все смотреть с помощью. Ну и сейчас мы посмотрим, что внутри в коробочке. Внутри в коробочке вот такая инструкция, вот такая глянцевая бумага SAT Integral. Здесь все подробно описано на двух языках, на английском и на знакомом русском языке. Все подробно описано, так что разобраться не создаст труда. Очень будет просто, все здесь понятно. Итак, посмотрим. Ну, сейчас тюнерок отложим в стороночку и посмотрим, какая здесь комплектация. Внутри у нас есть вот такой пульт, который уже все привыкли в Рокетах. Вот такой обычный пульт, как всех SAT Integral Rocket. Хороший, удобный, весь функционал в нем есть. Вот такой блок питания на 12 вольт. Тоже небольшое, выносное. Это большой плюс, потому что вдруг сгорит, можно поменять, не надо не разбирать ничего. Так что это, я считаю, очень хорошим плюсом. Так, что у нас еще здесь внутри? Внутри идут батарейки, как всегда, но это хорошо, что идут батарейки. Это наклеечка, которую можно наклеить на выносной. Вот этот датчик тоже. Датчик выносной. Тоже очень удобно. Тюнер можно спрятать за телевизоре, приклеить наперед телевизора, чтобы циферблат был впереди. Тоже очень удобно. И HDMI кабель. Это тоже большой плюс, что уже идет HDMI кабель. Потому что многие ложат тюльпаны, но телевизоры уже у нас современные, поэтому HDMI кабель докупать не надо. Он уже идет в комплекте. Тоже хороший, качественный. Это тоже большой плюс. Ну и посмотрим на сам тюнерок. Тюнерок такой компактных размеров, небольшой. Я уже говорил, можно прятать за телевизором. Вот передняя панель такая очень красивая. Впереди есть USB разъем для подключения флешек, блоков питания или Bluetooth устройств. Вот такой экранчик здесь. Так. Сбоку тоже у нас имеется USB разъем, можно подключать Wi-Fi адаптер. Ну и сзади у нас разъем T2 антенна. Для спутника тоже есть разъем. Также есть разъем для красный датчик, HDMI и LAN для подключения напрямую интернета. И блок питания можно подключать. Все дырочки есть, греться он сильно не будет. Внизу такие ножки не скользящие. Если поставить, он скользить не будет. Вот такой красивый, неплохая коробочка. Внешне он неплохо смотрится. Теперь что нам осталось? Подключить к телевизору и посмотреть, что внутри этого зверя. А внутри очень много интересного. Он много чего может делать. И сейчас мы это все посмотрим. Подключаем его к телевизору. Вот такая заставочка, пока на английском языке. Но для начала нужно нам найти и выставить русский язык, чтобы было нам все понятно. И потом разберемся с меню. Поставим новую прошивочку. И посмотрим, что у нас есть. Вот здесь видите, сколько языков, так что кому какой удобный язык, такой можете и выставить. Ну, мы выставляем русский язык. Здесь тоже большое меню. Ну, я попозже вам покажу, что здесь есть, что можно нам выставить. А мы сейчас посмотрим информацию о ресивере. Видите, у нас прошивочка стоит за март, 9 марта 2021 года. Нам нужно обновиться на последнюю версию. Еще мы видим, что он поддерживает Wi-Fi адаптеры, какие вот почитали. Так что это уже очень хорошо. Что есть очень хорошо. Так, ну что, будем прошивать, я думаю. Зайдем в раздел
где можно прошить, вот USB меню, ставим нашу флешечку, где стоит уже наша прошивочка, и будем делать установочку, обновление нашей прошивки, ну и установим список каналов. Сейчас мы зайдем в раздел установка, выберем USB меню, и вот в этом разделе, вот видите, самое верхнее у меня здесь прошивочка. Выбираем нашу прошивку в файле bin, нажимаем на ОК. Так, установим, да, устанавливаем, и пошло обновление нашей прошивочки. Так, идет обновление. Устанавливаются все данные. Надо, чтобы была хорошая версия прошивки. Ну, желательно всегда при покупке тюнера обновлять, чтобы, ну, было все по красоте. Так, идем дальше. Вот он перезагружается, обновился. И после перезагрузки сейчас мы посмотрим. Ну что, еще, наверное, надо установить список каналов новый, чтобы посмотреть. Чтобы меньше сканировать, меньше настроек. Итак, вот установили мы список каналов. Ну и установим ключики новые. Это MDBIS, PowerU. Так, мы все это установили. Ну и теперь посмотрим, что у нас установилось. Это YouTube IP ключ, тоже можно, чтобы YouTube работал, установить. Так, ну что, поехали смотреть. Вот видите, это со спутника уже идут каналы, такой сигнал. Ну, работают они, все хорошо, все прекрасно. Работает. Переключаем каналы и идем дальше. Дальше нам нужно выставить настройки десеков спутников. LB1 у нас Astra. Так, и понастраиваем наши спутники, чтобы был хороший сигнал. Холдберт у меня LNB3. Это третья головка, вот видите, уже сигнал есть. И еще один спутник, который надо установить, это Amos. Он у меня идет LNB2. Тоже сейчас сделаем настроечку. Все, тоже оно все стоит. Вот такая, следующий у нас режим настройки. Это цифровое T2. Сейчас мы отсканируем цифровые каналы. Ну, в этом я устанавливаю питание включить, как у меня польская антенна, поэтому я питание включаю. И прямо тюнер питает антенну. Не надо ни питания, ни блок питания, ничего. Выбираем свой регион. У меня регион Украина. Устанавливаем. Так, регион Украина. И делаем автопоиск. Ищем, сканируем наши каналы. Так, начинаем искать. И вот пошел поиск каналов. Так, каналы сканируются. У меня, как всегда, сигнал идет с двух вышек, поэтому не 33 канала, а 66 поймается. Ну, там каналы одинаковые, они только отличаются областными. Там немножко будет маленькое отличие, а так, в принципе. Ну, сканирую полностью все. Вдруг что-нибудь новое найдется. Вот видите, уже каналы пошли. Это два канала цифровые, пошли, уже сканируется. Сканирует он, можно сказать, очень быстро, так как и памяти оперативной много в этом тюнере, и процессор мощный, поэтому все процессы идут быстро. И каналы, как я заметил, тоже переключаются очень быстро. Это тюнер, ну как все рокеты, он ракета, как говорится, очень быстрые. Так, сканируем, вот видите, что у меня уже 66 каналов отсканировалось. Все каналы на месте. Сейчас мы посмотрим, как они работают. Так. Все, каналы отсканированы. И у нас работает. Ну теперь что, нам надо пройтись по меню. Вот видите, идут это два канала, тоже картинка хорошая. Вот все у нас каналы
работает, попереключите вот этот канал идет. Картинка, все. Ну, картинка тоже в этого тюнера очень красивая. Мне понравилось, что на цифровом, что на спутнике. Так что в качестве картинки даже этот тюнер неплохой. Подходите на плазмы. У меня хорошая такая плазма, 55 дюймов, и картинка очень хорошая. Так что можно это все сканировать, смотреть. Видите, все каналы идут, бегут. Ну а мы сейчас, наверное, пробежимся по меню. Посмотрим, какие здесь разделы меню есть. Подключим Wi-Fi адаптер и посмотрим сетевые приложения, ну и так далее. Вот следующее USB меню я уже показывал. Ну, с USB меню можно смотреть и фильмы, фотографии, музыку, ну и установки. Заводские установки, настройки, вот поворотные антенны. Ну и есть патч меню. Патч меню здесь ключики Power U, также ключики BIS. Сюда вот видите внизу цветными кнопками можно добавлять, убавлять. Ну, это все тоже можно разобраться. Следующий раздел это менеджер канала. Вот ТВ каналы, здесь можно каналы двигать, перемещать, удалять можно каналы, блокировка каналов, перемещение и скрыть каналы. Так что на свой вкус можете все настроить. То же самое можно сделать и с радиоканалами тоже. Двигать, удалять, блокировать, перемещать. Можно каналы выставить по фаворитах. Фильмы, спорт, новости, музыка, детские каналы, образование, общественные и культура. Также можно по фаворитах выставить радио, также есть сортировка канала. Вот видите тоже, как кто хочет, может посортировать, как будет удобно, тоже под свой вкус. Пользовательские списки, можно сохранить список каналов памяти устройства и потом загрузить, выгрузить после обновления, восстановить свои каналы. Также можно удалять каналы со спутника. И цвет ИКС, это если вы активируете картшаринг, вот можно выбирать подсветку каналов разных цветов, который вам удобный. Кстати, здесь идет шаринг на 15 месяцев. Я вам дальше покажу, как его активировать. И 15 месяцев можно смотреть бесплатно кодированные каналы. Вот здесь настройка системы, можно выбрать аудиоязык, язык EPG, телетекст. Ну, сейчас мы телетекст найдем, поставим русский, потому что в некоторых каналах, если идет телетекст, не телетекст, телетекст, язык телетекста, и можно выставить русский, чтобы было, ну, понятно читать. Также можно выставить субтитры, на котором языке вам тоже удобно, русский, украинский, какой надо. Тип аудио, громкость по каналах, автовключение каналов в списках есть меню, автозакрытие списков, список, так. Ну, видите, здесь меню очень хорошее, расширенное, здесь все есть. Обновление имен канала можно выставить, эффект, вот, эффект смены каналов, задержка, звук, яркость подсветки можно выставить, цифрового табло там какое там вам надо, ярко, не ярко, кому как нравится. На дисплее можно выставить, чтобы был номер канала или время. Также у вас есть режим глубокий сон, время простое, возврат дежурный режим, вот режимы DLN можно настроить, часы на и другое здесь меню. Автообновление без ключей. Ну и автообновление можно выставить прошивки. Ну и другого. Там иногда приходит IP-ключ на YouTube. Ну и вот другое какое меню в системе. Так, переходим дальше. Есть OSD настройки. Можно на свой вкус это все настроить. Дальше что у нас есть? От OSD можно, ну, кому как удобно, вот выставить прозрачность меню, ТВ-систему, режим HDMI, цветность HDMI. Можно выставить, кому какая нравится, формат экрана под свой телевизор, AC3 проход. И масштабирование картинки здесь есть. Родительский контроль. Здесь вводим 4.0. И можно выставить ту же какую блокировка паролем, блокировка установки, блокировка системы,
возрастной рейтинг, ну и все здесь для родительского контроля, здесь полный фарш, все есть, что как надо настроить. И видео параметры тоже по настройках, кому как надо все настроить. И информация о ресивере, как вы видите, мы уже поставили прошивку, и прошивка уже за 9 августа 2021 года. Последняя прошивочка уже у нас стоит. Переходим в следующее меню. Здесь можно выставить настройка времени, можно включить летнее время, автовремя, и вот будут работать все часики как надо. Можно установить таймер, таймер сна, тоже все подстраивается под себя, и настройка сети. Сейчас мы настроим Wi-Fi, вставляем Wi-Fi адаптер USB разъем тюнера и будем искать нашу Wi-Fi сеть. Сейчас ее нажимаем кнопочкой ОК и добавляем нашу Wi-Fi сеть. Вот она у меня первая в списке. Сейчас вводим пароль. Так, ввожу свой пароль и подключаемся. И вот наш тюнерок подключился к Wi-Fi сети, чтобы работали сетевые устройства. Также этот тюнер поддерживается через LAN кабель, можно прямо в тюнер, вообще будет скорость замечательная. Есть настройка IP адреса, здесь можно проверить тест соединения, настройка сервера. С помощью этой настройки сервера можно активировать карт-шаринг на 15 месяцев. Здесь видите, аж 40 можно разных ввести адресов. Ну, мы, чтобы активировать карт-шаринг, переходим на 40-ую частоту, опускаемся вот тип сервера и выбираем вот этот режим, и зеленой кнопкой нажимаем активировать сервер. Он нажимаем активировать, и он активируется, и платные каналы можно, вот видите, он у нас по 30 января 2023 года активировался вот этот сервер, и можно бесплатно смотреть кодированные каналы, такие как НТВ плюс 36 градуса, там Скорби такое, что, ну, польские каналы, там Полсаты, взрослые каналы, так что это все можно смотреть и бесплатно. Также тюнер работает и с 3G модемами, можно установить VPN адрес тоже. И Bluetooth, тоже можно поставить Bluetooth адаптер и подключить беспроводные наушники, чтобы без провода смотреть и слушать с этого тюнера звук. И перейдем в раздел сетевые приложения. Первое у нас это YouTube. Заходим в YouTube, ждем картиночку. Так, загружается у нас картинка YouTube. И здесь он тоже поделен по разделах, по категориях, там музыка, фильмы, игры. Ну вот, разрешение здесь можно авто, регион авто можно выставить, IP ключ не определен, но там можно его, IP ключ уже много видео, как его найти, если не работает YouTube. Сейчас это уже не проблема. Давайте сейчас потестируем, как работает у нас YouTube. Выбираем вот, например, раздел спорт. Выберем сейчас какое-то видео и посмотрим, как оно будет у нас работать. Так, активируем вот это видео. Зеленой кнопкой можно установки и выбрать, в каком режиме вы можете смотреть. Или, ну, видите, например, 240-360p, например, выберем. И посмотрим, как идет картинка в 360p. Вот. Сейчас картинка запускается, и вот пошла 360p. Также зеленой кнопкой можно подключить, например, другой формат. Давайте 720p подключим и посмотрим, как здесь картинка пойдет. Так, 720p картинка, немножко надо подождать. И картинка пошла. 720p, вот идет картинка. Ну что, давайте выйдем и посмотрим, какие другие здесь разделы есть в сетевых приложениях. Вот есть кинотеатр Мегаго. Заходим в этот кинотеатр Мегаго, и здесь можно смотреть фильмы, сериалы, мультфильмы, ТВ-шоу. Так, сейчас переходим в сериалы. Посмотрим. Ну, в сериалы здесь всем удобно, потому что можно нажать на сериал
И здесь есть выбор серий. В некоторых тюнерах, что серии идут с первого подряд, а здесь вот видите по номерах, и можно выбрать удобную серию и смотреть, которая серию, какая вам надо. Первая, вторая и так далее. Так что это удобно. Ну и вот раздел мультфильмы тоже. Выбираем мультфильмы, сейчас посмотрим, потестируем мультики, как они идут. Ну давайте вот этот мультик включим. И вот пошел мультик. Идет, так что Мегаго работает. Давайте выход и будем смотреть следующие сетевые приложения, которые есть в этом устройстве. Ну вот IPTV листы можете сами загружать флешки. Есть с прошивкой, идут много IPTV листов, можно смотреть очень много каналов, идут они очень хорошо, качественно. Хорошо справляется тюнер с IPTV листами, так что тоже можно ставить все, просматривать. Так, сейчас давайте посмотрим, как идут IPTV каналы. Ну, давайте вот этот. Включаем канал IPTV. Так, где же? А, и вот картинка. Вот видите, все идет, работает. Так что этот тюнер можно использовать и без антенн. Это вообще мощный комбайн, это Т2, и спутники, и IPTV, и фильмы, ну, очень хорошая модель, многим могу советовать. Мне он очень понравился, ну, как все ракеты. Ракеты мне в Сатентакрал вообще нравятся, это одни из лучших моделей, я не знаю, как кому, но мне нравится. Ну и вот можно смотреть, это радио, интернет-радио, тоже оно разбито по музыки, по регионах, по языках, вот по стилях музыки можно. Ну, давайте сейчас выберем регион, посмотрим, есть ли регион Украина, какие-нибудь украинские радиоканалы есть, интернет-радиоканалы. Ну, много. Вот украинских, 204 радиоканала украинских, так что можно послушать интернет-радио. Все работает очень хорошо. Ну что, посмотрим дальше, что у нас в меню есть. Какие здесь дальше приложения стоят. Дальше у нас идет DLN. Можно передавать данные на устройство с помощью DLN с телефона, с планшета, и на телевизоре смотреть передачу с помощью DLN. Stalker портал есть, у кого есть, можно его настроить, тоже использовать, смотреть фильмы и каналы через Stalker портал, тоже многим эта функция нравится, так что тоже можете все это настроить и смотреть. Есть очень удобная погода, ну давайте вот выберем вот эту, вот, сейчас посмотрим какая, вот видите погода какая за окном, все здесь расписано, раз. Ну, где-то видите, на 7 дней вперед погода вся прописана, можно по Фаренгейту, по Цельсию выставлять, красочная картинка, тоже погода у нас работает. Дальше у нас идет файловый менеджер, можно с флешки файлы там разные смотреть, RSS новости, кто любит по-английскому читать новости, для развития языка можно вот эти новости поклацать, почитать. Следующий у нас раздел Apollo TV, Apollo 5. Здесь тоже много арабских каналов. Здесь Apollo — это, конечно, функция для спорта. Здесь много спорта, много спортивных каналов. Можно тоже смотреть. Ну вот давайте сейчас я вам покажу этот раздел. Здесь есть и русские каналы. Можно тоже смотреть и выбрать по странах. И вот сейчас покажу. Есть список, вот список российских каналов. Также здесь есть список спортивных каналов, но они в основном арабские, но с трансляцией Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Лиги Конференции, все это можно здесь тоже смотреть. Есть украинские спортивные каналы, сейчас я вам попытаюсь их найти, но ведь видите, это пока арабские идут, тоже все идет, здесь их много разных каналов. На любую тематику все это можно смотреть. Вот видите, там и НБА есть, и максимальное ТВ. Ну, все здесь есть. Сейчас выберем по языках, посмотрим.
С украинскими что у нас так? Ну, с украинских, вот видите, три Украина 24 и два спортивных канала, которых здесь идут, например, английский чемпионат по футболу можно на этом канале смотреть, поэтому тоже неплохо. И самое главное, бесплатно. Следующее есть MyTube, такой разделчик. Если честно, не разобрался, что это за раздел. Extreme IPTV можно настроить. Обновление ключей. Здесь можно обновлять ключики, BIS ключи. Можно YouTube конфигурации обновлять. Все это будет приходить по воздуху, обновлять, чтобы постоянно работал YouTube и были постоянно ключики. RedTube — это взрослые. Взрослые там, это для взрослых. И есть и патч управления с помощью этого. Вот это RedTube — это взрослый. И управление с помощью телефона можно отсканировать и телефоном как пультом управлять этим тюнером. Так что какие выводы? Очень этот тюнер мне понравился. Я вам советую. Хорошая модель. Как все ракеты, очень быстрый, очень мощный процессор, поддержка H265, T2, S2, IPTV, все работает. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки и до новых встреч!